Макар. А от ФК Сибири тебе подарок подарим. Ну ты что, Макар, застеснялся-то? У тебя такое имя красивое, господи. Говорит, у него даже есть кубок по горным лыжам выиграл. Да ладно, молодец. Правда, у него почерк лучше, чем у меня, ну так что извините. Вот, свисток для вас вроде бы. Все, пока, удачи тебе во всем. Болей за Сибирь. В безумном восторге, он не ожидал, что сегодня его привезут, тем более буквально неделю назад был день рождения, и он мечтал о том, чтобы попал на игру, вот, и тут раз, и такой сюрприз, то есть глаза горят, весь под впечатлением, еще и встретился с одним из любимых игроков, мы как раз недавно блоки его смотрели, вот буквально вчера, и то есть и раз, и сегодня такая встреча, для него это просто, не знаю, невероятная мечта его сбылась.